Ассаламу алейкум, курметы достар. Сегодня мы будем разговаривать на языке соперника. Первое слово – Алла. Алла. Похоже на «да». Алла. Барба. Брат. Второе слово – Алга. Алга. Алга, вперед, вперед, Алга, вперед, Казахстан, вперед. Благодарность. Спасибо. Спасибо, Рахмет, спасибо. Тос, до свидания. До следующей встречи, даже не знаю. Сто друзей. Сто рублей. Друзья. Ну. Тамак. Тамак. Магазин? Это же будет после сезона. О, еда. Тамак, еда. О чем я сейчас думаю? Что сейчас не хватает? Су. Су. Суши. В голове только еда. Вода. Вода. Солтуст. Солтустик. Онтустик. Северюк. Интересное название у них. Северюк. Курес. Курес. Даже не знаю, с чем это. Это ты больше всего любишь. Я больше всего это. А в спорте? Борьба. Вес. Борьбу я люблю. Курес я люблю. Как и соперник. Калайсын. Калайсын. Это как и у балкарцев, я думаю. Как дела? Калайсын. Ну, с балкарским языком это похоже. Сатиник. Телефон. Сотовая связь. Это близкие друзья каждому своему другу желают во время выхода на бой. А, удачи. Удачи. Сателлик. Понадобится прием. Сателлик. Жаунгер. Жаунгер. Я не знаю. Еда какая-то тоже. Жунгер. Все, еда. Да. У нас жабаур есть. Там печень этот жареный. Очень вкусное блюдо. Похоже на это слово жунгер. Даже не знаю. Паец. Жунгер. Сау Унез. Спасибо большое. Да, до свидания, да? Ну, до свидания, друзья. Увидимся 28-го.